Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о новом явлении в мире Modern Ops, а именно о новом режиме. В данную минуту проходит заключительное тестирование, но нам удалось проникнуть туда по-шпионски и выяснить всю самую интересную информацию. Так что обо всем по порядку и поехали! Совсем скоро, помимо привычных нам режимов, мы получим еще один — гонка вооружений. Итак, как это будет работать? Выбранное перед боем оружие не будет доступно. Игроки возрождаются с оружием, соответствующим их уровню, и ножом. За убийство боец будет награждаться новым уровнем и новым оружием. Поэтапный список выдаваемого оружия представлен на экране. Для повышения уровня требуется 2 убийства с каждого оружия, но это не касается ножа. За убийство оружием ближнего боя игрок сразу получает 2 очка и переходит на следующий этап. Этот режим предполагает полное равенство пользователей, одинаковое количество здоровья, брони, одинаковый подбор оружия. В отличие от иных режимов, отключена возможность подбора оружия других игроков. Из огромного перечня гранат доступны только тактические, светошумовая и дымовая. Главная цель гонки вооружений – это сделать как можно больше убийств и первым прийти к заключительному этапу – убийство ножом. Сражайтесь, побеждайте и делитесь своими впечатлениями с нами. Жмите большой палец вверх, рассказывайте и показывайте игру Modern Ops всем своим друзьям. Увидимся в новом видео, а на этом пока-пока.